Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Cruiser Prado 2007 года выпуска. Двигатель 4 литра, бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 233 тысячи километров. На этом автомобиле заменю сегодня передние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и снимаем штифты, фиксирующие колодки. Поднял передок, снял передние колеса. Снимаю фиксирующие скобы сверху и снизу. Подбиваем их маленько и выдергиваем верхнюю и нижнюю. Запоминаем, как стоит у нас снизу пружина. Потом также ее устанавливаем. Немножко отводим колодку. И вытаскиваем ее. Беру струбцину. Посередине двух поршней ставлю ее. Все, утапливаю поршеньки оба с одной стороны и также оба с другой стороны равномерно. Садятся на место. Одну сторону пока вдавливаю, при этом в цилиндре можно не проверять уровень, а вторую сторону, когда буду делать, там уже можно будет проверить. Такая узенькая щеточка по металлу. Почистим посадочное место, где колодка садится. Снизу и сверху. Беру новые колодки. Колодки фирмы Sunshink SP2033. В комплекте идет на две стороны. Одно беру с пескуном, второе беру без пескуна. С пескуном ставлю со внутренней стороны. Без пескуна снаружи. Пальцы чистим от ржавчины, от налета. Один и второй. Смажу отверстие. Смажу немножко палец. Смазка медная, высокотемпературная, спокойненько входит. Снизу ставлю на место разжимную пружинку. Также немножко смазываю палец. Без всякого усилия, без всего спокойно входит.
И теперь фиксируем сзади. Ставлю оба фиксатора и сверху, и снизу. Все, теперь аналогичным образом идем, меняем со второй стороны. Колодки меняются очень легко. После того, как мы заменим, нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза. Со второй стороны струбциной сжал суппорта, утопил оба, все 4 поршня. И также хотел показать, почему нужно проверять уровень. Вот сейчас видите, он выше максимума. Понятно, надавив на тормоза, у меня немножко приопустится. Но если я сейчас пойду менять задние, то у меня побежит через верх. Это когда уровень тормозной жидкости падает от износа колодок, доливаю тормозную жидкость. Доливать ее не нужно. Бачок рассчитан от максимума до минимума на износ колодок. Вставляю также с пискуном во внутреннюю сторону. Без пискуна наружная сторона. Тоже чищу щеткой. Направляющие, штифты фиксирующие. Смазываю. Завожу его на место. Сразу верхний фиксирую. Ставим разжимную пружину снизу. Также смазываю направляющую маленько. Вставляю. И фиксирую. Все. Нажму на педаль тормоза 2-3 раза. Ну, здесь, наверное, раза 4 придется нажать, чтобы обе стороны прижались. Понадобилось нажать 5 раз. Ну и видно, жидкость не особо упала. Вот если бы менять задние колодки, жидкость пойдет через верх. Но так как они уже заменены, я выкачиваю лишнюю жидкость. На этом все. Замену передних колодок я закончил. Всего вам доброго.